Приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу вам быстренько показать, как сделать легко, быстро и просто снежинки из салфеток. Вы видите, в моих руках уже есть салфетка. Я ее сложила пополам так, чтобы получился треугольник. Затем я беру еще раз, складываю салфетку напополам, чтобы получился меньше треугольник, и еще раз. Такой вариант нам дает получить 4 снежинки из одной салфетки. Теперь я вырезаю разные узорчики, фигуры, все, что в голову придет. Салфетка сама по себе очень мягкая. И чтобы у нас были более такие красивые снежинки, я решила вырезать ромбики и разные такие угловатые пока узорчики для таких маленьких снежинок. Вот я повырезала узорчики, теперь я аккуратненько раскладываю наши снежинки. Салфетка очень тоненькая, ее очень удобно наклеивать на любую такую гладкую поверхность, стекло, зеркало, окно. Просто смачиваем поверхность, окно, либо зеркало, и на нее приклеиваем сверху салфеточку, да, нашу снежинку. И она будет там держаться, пока вы ее не уберете с поверхности. Да, поверхность смачиваем либо простой водой, либо слегка мыльной водичкой. И вот что в итоге мне получилось. Вот такие вот 4 небольших снежиночки. Мы можем наклеить их рядышком, можем наклеить их в ряд, и они будут красиво смотреться. Это где вместе прикреплены снежинки, на этом месте посередине мы можем разрезать, разделить их, и у нас будет 4. Так, я беру следующую салфетку и приступаю к следующей снежинке. Вот я определяю серединкой, складываю. Один раз уже я складываю вот в такой треугольник напополам. Второй раз складываю. И вот что у нас получилось. Вот таким вот образом я сложила. Теперь смотрите, как внимательно, как я вырезаю узоры. Это для того, чтобы у нас получилась такая квадратная снежинка, четырехугольная, более такая с вытянутыми концами, больше похожая на четырехугольную звезду. Сейчас я вырезаю узоры на скорую руку. Если хотите постараться, то можете выбрать для себя узор и вырезать конкретно, который вы хотите. Это могут быть солнышко, полумесяц, звездочки, сердечки, бабочки, птички. Если вы хотите, чтобы у вас получилось сердечко, вы вырезаете полусердце. Если хотите, чтобы получилась бабочка, вы вырезаете полубабочку. Если вы хотите, чтобы получился ромбик или звездочка, вы вырезаете либо полромбика, либо половину звездочки. То есть так оно вот работает, и когда вы раскрываете свою снежинку, то у вас получается вот красивый узор. В данном случае у меня получился вот такая вот снежинка, четырехконечная звездочка с такими хаотичными узорами, но тоже довольно-таки привлекательно. Теперь я делаю из салфетки круглую снежинку. Определяю серединкой салфетки, складываю напополам, потом опять напополам. И смотрите внимательно, как я это делаю. Один конец должен быть длиннее другого. Теперь я ножницами отрезаю лишнее. Вот таким вот нехитрым образом. С каким-то узорчиком, с такой вот волной. Затем в серединке я надрез делаю, чтобы серединка у нас была тоже с узорчиком в виде там звездочки какой-то. После я вырезаю маленькие сердечки. И как видите, я вырезала пол сердца. Затем я вырезаю пол звездочки. С обратной стороны я вырезаю половинку сердечка чуть-чуть побольше. И еще одну звездочку. С
Сверху я решила еще сделать вот такой вот надрезик, чтобы дополнить нашу снежинку каким-то еще узорчиком. И вот что у меня получилось. Теперь аккуратно раскладываю, и мы видим вот одно сердечко с звездочкой. Вот смотрите, вот сердечко выше, оно побольше получилось. Те, что ближе к серединке, поменьше. И вот такие вот звезды. Маленькие чередуются с большими. Довольно-таки симпатичный узор получается. И вот наша круглая снежинка готова. Сейчас я вам покажу, как можно еще сделать снежинку. Тоже довольно-таки интересную, с такими вытянутыми концами и с очень интересным узором. Вот сейчас я вырезаю узор, а вы внимательно смотрите, как это я делаю. Если вам что-то непонятно, вы промотайте назад. Узор в итоге получается очень интересный и необычный. Сейчас я один раз раскладываю салфетку и буду вырезать узор волнообразно. Это нам придаст очень интересную форму, такую остроконечную форму нашей снежинки. Смотрите, какая в итоге у нас интересная получается снежинка с разными такими необычными узорами. Следующая у нас снежинка, наверное, самая простая. Мы опять-таки складываем салфетку таким образом, чтобы один конец был длиннее другого. И теперь я буду отрезать лишнее вот зубчиками. Такой более привычное, как мы любим видеть снежинку, да, либо как большинство делает из нас. Вот, чтобы концы были такие более зубчатые. Также мы делаем и узоры, вырезая разные ромбики. Где-то вырежем снежинку и серединку мы отрежем наискось. И это нам тоже даст в середине звездочку многоконечную. Такая форма получается у нее. Теперь мы ее разворачиваем. Этот вариант самый быстрый снежинки. Это для тех, кто не хочет заморачиваться никакими узорами. Просто сделать на скорую руку снежинку. И в итоге мы видим, что у нас получилась очень даже красивая снежинка. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В описании под видео я оставлю еще ссылочки на многие свои подделки новогодние и другие подделочки. До новых встреч! Всем пока-пока!